Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». В книге «Деяния апостолов» записаны следующие слова об Иисусе Христе. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Почему? Что здесь вложено в понятие спасения? И чем Иисус Христос, названный Спасителем, отличается от других великих учителей человечества? Сегодня на наши вопросы отвечает магистр богословия Владимир Юрьевич Шалахов. Владимир Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Почему нельзя спастись без Иисуса Христа? Это серьезный вопрос. И, наверное, мы будем отвечать на него здесь, на земле и в вечности. Потому что мы являемся людьми, которые наследовали от наших родителей греховную природу. И наличие этой греховной природы ощущается во всем: в склонности к пороку, в склонности стареть и, в конце концов, в смерти. Все эти вещи свидетельствуют нам, что мы несовершенны и не можем соответствовать идеалу бессмертных людей. Конечно, есть учителя, учения, где обещается нам через познание особых истин стать бессмертными уже сейчас и вот изгнать из себя это тление. Но никто из них не доказал это реально своей бессмертной жизнью. Никто из тех, кто так учил, не живут с нами 500, 600, 700 лет. Их нет. Поэтому мы можем снова говорить о том, что факт остается фактом. Смерть, разложение и проблемы нравственного характера свойственны всем людям, независимо от положения и от образования. Когда-то я помню, что после школы стремился попасть, вот, получить поскорее хорошее образование. И я поехал учиться в радиотехнический институт, университет в Таганроге. И когда я туда поступил, я так радовался ученым, профессорам, их громким именам. Но как-то прошло время, я стал присматриваться, что передо мной просто люди с титулами, но просто люди. Они такие же вот и агрессивные, и обидчивые, и такие же у них чувства. И они ничем не отличаются. Знания их не освободили от проблем нравственного. Нравственные вещи остаются со всеми нами. И поэтому, если мы хотим освобождения или лучшей жизни, то мы так ее ждем, когда осознаем все проблемы, что когда оно наступает, мы говорим спасение. Спасение от этого проклятия греха, спасение от смерти, спасение от всего. И в данном случае Писание через послание апостола Павла в большей степени убеждает нас в одном, что через Иисуса Христа мы действительно получаем спасение. Каким через образом? Его воплощение в человеческое тело, через Его послушание заповедям, через Его смерть и воскресение мы получаем освобождение от всех степеней порока и зла. А каким образом это происходит, Владимир Юрьевич? Ведь ни для кого не секрет, все это видят, что, в общем-то, жизнь верующих людей, тех, кто принимают Иисуса Христа как Спасителя, наверное, ничем не отличается от жизни людей неверующих. Они также болеют, у них такие же в жизни проблемы, они также смертные. А вы говорите о том, что Иисус Христос раз и навсегда нам дал спасение. Осталось только этим людям потерять всякую надежду и также роптать на все, и действительно тогда нет ни между одними, ни между другими никакой разницы. Да, может быть, это верующего спасение потом мы когда-то где-то получим, надо просто ждать после смерти.
Нет, все же обретение нового характера, жизни по духу – это реальность. С этим сталкиваются многие, которые по-серьезному отнеслись к словам книги. Здесь, в послании римлянам, мы находим новое, всеводимое Духом Божьим, суть «сыны Божьи». Потому что по плоти тех, кто живут, они не покоряются воле Божьей, а по духу они живут новой жизнью. Тот же самый человек, уже живя Духом Божьим, живет по другим принципам. И он становится другим, его узнают, о нем по-другому говорят. То есть все-таки жизнь верующих людей отличается от других людей. И если мы сегодня не видим у верующего победы и торжества над болезнями и над смертью, то это лишь временное. Потому что Христос обещал нам, что Он восстановит из праха распадающуюся кожу сию великий день. А сейчас я хотел еще один вопрос показать. Чем же все-таки Он отличается от других вождей? Может быть, когда люди говорят, что Иисус говорил такие слова, которые другие не говорили, о братолюбии, о милосердии, но Он не один, кто сказал эти слова. Может быть, Иисус отличается тем, что у Него исцеление и молитвы за больных, но Он не один, кто и до Него, и без Него это совершал. Может быть, Иисус Христос отличался тем, что Он мог к народу обращаться, к толпе, был лидером, оратором, но Он не один, кто это. Может быть, Иисус Христос отличался тем, что после Его смерти до сих пор говорят о Нем, но Он не один, о ком вспоминают и сегодня люди, и после кого. Может быть, Иисус Христос отличался тем, что после Него осталась церковь, но Он не один, и были те, после которых организовались свои религиозные учения. Так чем же Он отличается? Мне бы хотелось, показать несколько вещей. В первую очередь, я бы хотел показать то, что действительно Его отличало от всех, кто известен людям, и великих, у которых громкие имена сегодня до сих пор не проносятся между нами. Это и Заратустра, и Мухаммед, и Будда, и, может быть, волхвы Старой Руси и других, кого не вспоминают, я никаких намеков, тень не хочу бросать ни на кого, но просто показать. Если люди нашли причину идти за теми учителями, то давайте мы посмотрим и также открытым сердцем и на Иисуса Христа, и открытым сердцем и умом посмотрим, может быть, в нем тоже есть то, что бы нам позволило за ним идти. Итак, когда мы смотрим на Иисуса Христа в момент Его приближения к Богу, самого близкого стояния с Богом, мы можем быть удивлены. Удивлены тем, что это противоположно только у Него, и Он этим отличается от всех вышеперечисленных. Что именно? Для Иисуса Христа приближение к Богу – это не нирвана, это не блаженный покой и созерцание, которое испытывал Будда или другие учителя. Нет, это сумасшедшая боль, кровь на висках, ангел его подкрепляющий. Я бы хотел, чтобы мы смотрели на сцену его приближения к Богу, когда он трем своим ученикам просит, чтобы они отошли на расстояние брошенного камня. Ближе нельзя. Ближе уже очень страшно. Он будет рядом с Богом сейчас. И они наблюдают за ним, за одним из интереснейших из людей. Что он делает? И он упал от них, и он отошел на вержение камня, преклонив колени, молился, то есть у камня. И вот где он склонился, он начинает просить: «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И произнося это, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Также он перед этой молитвой, заходя в сад Гефсиманский, стал говорить: «Душа моя скорбит смертельно, пободрствуйте со мной, побудьте здесь». Нельзя представить себе ни одного другого лидера,
религиозного, который бы прославился тем, что, идя к Богу на сближение, его начинает агонии, судороги и кровь сотрясать. Наоборот, они говорили, что у них есть опыт с Богом, весть от Бога, и что дар учительства у них есть, и что они знают мир, покой, и тот же Будда просветленным себя называл, и другие также себя считали просветленными выше общей толпы, выше всей массы. Но Иисус Христос, который также мог бы быть назван всегда просветленным, Он в этот момент показывает необычные вещи, противоположные для всех других. Это первое его отличие, можно так сказать, в глаза бросается. Если для одних это одно, для него это боль. Я имею в виду именно Иисуса Христа в земной жизни. И мы думаем, может, это неуместно продолжать дальше о небесной его. Второй момент – это то, что его страдания и сопричисление к грехам. Можно ли себе представить, чтобы какой-нибудь лидер был сопричислен официально к грехам своих подвижников? И чтобы взял на себя грехи человечества. И еще чтобы взял бы. Ну, допустим, чтобы он знал, что из его подвижников есть 2 вора, 3 насильника и так дальше, и так дальше. И чтобы он... Вы говорите об апостолах. Ну, если бы я говорю о разных людях, в том числе не об апостолах, а о ком-нибудь из учителей, которые бы хотели бы повести за собой народы. Угу. Могли ли бы эти люди, не боясь злословия, объединиться, отождествиться с грехами своей партии? Могли бы? Нет. Они, напротив, отмеживаются от всякого обременительного, позорного и сомнительного. Они говорят, я к этому не причастен, я вот такой. Но Христос показывает совершенно другую картину. Он делает то, что никто из лидеров и вождей религии это не сделал. Он берет на себя все проклятие человеческое. Но с другой стороны, можно возразить, сказать, что просто Иисус Христос был обычным человеком, он был блаженным, но вот принял насильственную смерть и заявил, что «да я на себя грехи всего человечества беру». А как это проверить? Взял он на себя грехи человечества или нет? Может, это просто слова? Можно ведь все что угодно сказать. Ведь я думаю, что некоторые люди так и считают, что это были просто брошенные слова, некая бравада, я беру на себя грехи всего мира, и все, он умер, а дальше что? А дальше человек продолжает жить, и умирать, и страдать, и мучиться в этой жизни, и все остается по-прежнему. Вот именно, так почти все люди считают, как вы сейчас спрашивали. Но давайте не отвергать Слово Божие, Библию, древнюю книгу, в которой от начала показывается что-то необычное, что между людьми и Богом устанавливается отношение через жертву, и эта жертва кого-то обозначает. И далее начинается предсказание о Спасителе, когда и где Он родится, когда Он придет, и через какой народ Он появится. И вот предсказание в Исаии 53 главе говорится, что Он не только умрет, но и понесет грехи всех. Я хотел бы прочитать 5 стих 53 главы и 6. «Он изъязлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Получается, что Слово, древнее, великое Божье Слово, показывало на такого, кто будет умирать, и Божий замысел в том, чтобы была эта жертва от Него. Жертва придет от Него, это был тот, кого мы видим на кресте. И Павел, который принадлежал к очень серьезной фарисейской группировке, воспитанный у лучших людей земли, в конце концов, осознает, что действительно во Христе осуществилось все пророчество. И вот что он говорит во втором послании к Коринфянам, в 5 главе 21 стихе. «Ибо не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы
в нем сделались праведными перед Богом. Здесь не говорится слово, жертва, просто говорится, что сделал его грехом вместо нас. И то, что это действительно стало так, об этом повествуют нам очевидцы из Евангелий. Вот что говорит Евангелие от Марка, те, кто видели, как он умирал. 15 глава Евангелия от Марка, 34 стих. «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама сабахтани“, что значит: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил, бросил, оставил“». Бог оставил его как проклятого и отторгнутого от земли. И то, что дальше с Иисусом Христом происходило, вот, происходило после Гефсимании до самой смерти, показывает, что с Гефсимании, когда он взял эту чашу, пил и встал, он показывал, что он был отторгнут от земли живых, проклят всеми людьми, за это настолько ужасным, что за него нельзя было молиться. Это такое состояние отчуждения от всех, что просто демонстрировалось в следующих вещах. Его катали по полу, судили, били, плевали в его лицо, его позорили, несли, наконец его распяли, и там его камнями бросали и плевали на него. То есть он не получал нигде никакого сочувствия. Так быстро сцена проходит всегда тогда, когда человек проклят и отторгнут от общества. Ему нет пощады, ему нет помилования, он отторгнут от земли живых. С Иисусом Христом молниеносно происходит эта сцена после того, когда он принимает на себя обязательство нести грехи людей в Гефсимании. И вот как бы можно было это хотя бы отчасти вот сравнить. Допустим, вот были времена с фашистской оккупацией, когда, значит, подпольное сопротивление велось оккупантам, то представьте себе, как тяжело бы было бы кому-то, кто всю свою жизнь положил на то, чтобы оказывать сопротивление, неожиданно был бы выставлен на показ как предатель этого подпольного движения. И он говорит: «Я не предаю», а они говорят: «Кому ты еще это рассказывать будешь?» И вот его бьют, его отторгают, ему нету ни памяти, ни уважения, ни среди своих, ни среди чужих. Вот вы можете себе представить, как молниеносно человек быстро проходит все стадии вплоть до своей страшной смерти. То же с Иисусом Христом происходит до самой страшной смерти. Он достигает и кричит еще в отчаянии эти слова: «Я одинок, тебя нет со мной». То есть он подтверждает это, эту же самую боль. В этом случае он сильно отличается, что он не за свои грехи страдает. Он не совершил ничего достойного смерти. Об этом говорит очень опытный человек. Понтий Пилат на своем посту многих людей предал казни. Его меткий глаз быстро определял, кто перед ним стоит. Но он, посмотрев на Иисуса, говорит: «Я не нахожу в нем никакой вины. Итак, наказав его, отпущу». Но люди, требовавшие его смерти, кричали: «Отпусти Вараву, а его распни». Итак, Иисус удивительный в этом случае. Это его еще одна причина, которой бы мы могли сказать, он отличается от всех. И это заставляет нам довериться ему. И если он действительно взял на себя мои грехи, мои беззакония, то он может теперь пообещать мне спасение. Освобождение — это новое, что я ни от кого больше не слышал. Все другие учителя мне говорят: будь совершенный, старайся, напрягай свою волю, занимайся медитациями, и все. А никто из них не говорит: я взял на тебя свои грехи. Этим Иисус отличается опять от всех них. Третье отличие Иисуса Христа, что он воскрес, и могила его пуста. Об этом нам говорит Евангелие, очевидцы все. И в Луки мы прочитаем, как красиво говорится, что когда женщины пришли ко гробу, чтобы его еще раз помазать, то нашли камень отваленным. Войдя, не нашли тело Господа Иисуса. И когда они недоумевали, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, он воскрес». Он воскрес, он стал снова живым.
И вскоре они уже с ним встречаются в запертой от всех комнате, когда он туда таинственно пройдя, появившись среди них, говорит: «Мир вам!» И они смутились, подумали, что видят духа, говорит евангелист Лука в 24 главе 37 стихе. А он, дальше мы читаем с 38 стиха, и дальше говорит: «Что вы смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои. Это я сам. Осижите меня, рассмотрите. Ибо дух плоти костей не имеет, как видите». И сказав, показал им руки и ноги. И когда они еще от радости не верили и дивились, он сказал: «Но есть ли у вас какая здесь пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотого меда. И, взяв, ел перед ними. Интересно, что потом уже, спустя время, когда Иоанн пишет в первом послании своем, в первой главе, то он пишет удивительные слова, первый стих, о том, что было от начала, что мы слышали. Но мало этого, он дальше пишет, что мы видели своими очами, но мало и этого. И он говорит, что рассматривали, и это мало. И он говорит, что осязали руки наши. О слове жизни, о его бессмертии. О, я вам пишу, говорит он. Очень интересно это все слышать и видеть. И четвертое его отличие. Христос вознесся на небеса прилюдно при всех, что не сделал ни один из учителей. Тому были очевидцы все, собравшиеся. И те, которые собрались, видели его возносящимся на небеса. И пятое отличие. Никто из других учителей не обещает вновь вернуться на землю. Обратите внимание, никто. Потому что это быстрее всего докажет то, что где-то они ошибались. Потому что, не увидев их, люди перестанут их почитать. Но Христос дает себе отчет. Когда дает обещание, что Он скоро вернется и будет вновь с нами, вы себе на минуту можете представить, что произойдет с людьми, если он не выполнит своих обещаний? Он и отличается от всех, что принес это обещание, клятву. «Не оставлю вас сиротами, не покину, приду опять». Владимир Юрьевич, а какой вывод может сделать человек, когда он узнает, что Иисус Христос — это не просто великий философ, не просто хороший, добрый человек, не просто великий учитель? Тогда ему нужно сделать выбор. Или дальше идти и признавать в нем кого-то больше, или отвергнуть его и быть во тьме. Согласитесь, третьего нам не дано. И в первом послании Иоанна, в пятой главе, мы находим утверждение, 12 стих. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Получается, что мы сделаем с Иисусом, как мы к Нему отнесемся, сильно повлияет на нашу возможность иметь или не иметь будущую жизнь. То есть признаем мы Его Богом и настоящим единственным Спасителем нашим или не признаем? Да, от этого будет у нас итог. И вот интересен сам по себе диалог, разразившийся между непризнающими в Иисусе Христе Божественного. Это были фарисеи и священники, которые окружили Его и стали спрашивать Его, «Кто ты? Скажи нам». И вот интересно, что говорит Евангелие от Иоанна, 8 глава. 23 стиха читаем и дальше. «Он сказал им: „Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших“. Тогда сказали ему: „Кто же ты?“ Иисус сказал им: „От начала сущий, как и вам говорю“». И вот хотелось мне показать отрывок из Евангелия, из первого послания Иоанна, как красиво заканчивает он свой вывод насчет личности Иисуса Христа.
Это 5 глава, это 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Пусть Бог благословит сделать решение, которое принесет каждому человеку жизнь. Пусть Он поможет принять Иисуса Христа. Владимир Юрьевич, спасибо вам за эту беседу, за ваши ответы. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».